Уже который год в преддверии Дня Республики между Чувашией и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чебоксарах стартовала очередная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Два огромных этажа торгово-выставочного комплекса «Контур», открытая площадка и тысячи гостей. Все от продуктов питания до тяжеловесных промышленных машин. В этом году выставка «Регионы сотрудничества без границ» открылась в юбилейный 20-й раз. Мероприятие собрало почти 200 участников из более чем 20 городов страны. Открыл выставку глава региона. Форумы, подобные этой выставке, позволяют на сегодняшний день крупным организациям, средним организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства выставлять, позиционировать себя, показывать все те достижения, которые на сегодня есть. Оценить изобретательность участников Михаил Игнатьев смог практически сразу, как вошел в выставочный зал. У стенда Министерства сельского хозяйства главе предложили пропустить по стаканчику у так называемого молокомата. Такие приборы в ближайшее время появятся в Чебоксарах. Если раньше, чтобы получить свежее молоко, нужно было подоить корову, то в ближайшее время достаточно будет просто закинуть в аппарат несколько монет. В городе будет стоять 8 точек. Вот, администрации, вот сейчас Михаил Васильевич только что говорил, вот, он подскажет нам, какие места еще, вот, в каких лучших местах его можно поставить, чтобы было доступно для нашего населения, чтобы наши горожане и гости могли прийти и попробовать наше молоко. Для экспозиции участников организаторы предусмотрели 15 основных разделов. Среди них сельское хозяйство, строительство и архитектура, здравоохранение, наука и образование. Однако основной акцент в этом году сделали на экологию и охрану окружающей среды. 2013 год, год охраны окружающей среды. В этих целях республика и правительство Российской Федерации очень уделяет большое внимание. Вот за 2011 и 2012 годы закуплено противопожарной техники на 100 миллионов рублей. В том числе с республиканского бюджета 75%. Поэтому где-то мы обеспечены лесопожарной специализированной техникой процентов на 85-90%. И на сегодняшний день на территории Государственного лесного фонда Чувашской Республики не допущено возгорания. У стенда Мининфополитики у гостей выставки была не только возможность поближе познакомиться с таким новшеством, как универсальная электронная карта, но и подать заявление на ее получение. Демонстрировать свою продукцию, услуги и организации предприятия будут 4 дня – с 20 по 23 июня. Впрочем, как показала практика, участвуют в выставке не только для того, чтобы на других посмотреть и себя показать. 3,5 миллиарда рублей – такова общая сумма сделок и соглашений, которые заключили участники по результатам выставки форума в прошлом году. Специалисты уверены, в этом году результаты будут не менее внушительными. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.